праведник, о, мой отец державный, возри с небес на слезы верных слуг. На сцене амфитеатра на склоне Площади Славы Ильдар Абдазаков, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий Грэмми, исполняет для самарских ценителей классической музыки арии из опер, романсы и песни из репертуара Федора Шаляпина на музыку Чайковского, Мусоргского и Рахманинова. В этом году музыкальный фестиваль Юрия Башмета посвящен именно творчеству этого оперного и камерного певца начала 20 века. Главное, что фестиваль продолжается. При том, что губернатор большой мой друг, и он любит искусство и музыку, я думаю, что у нас получится дальше расширять фестиваль, чтобы он хотя бы длился там сколько-то дней. Музыкальный фестиваль Юрия Башмета традиционно проходит во многих городах России. Музыкант активно гастролирует по всей стране, продвигая лучшие образцы классического искусства. Объединяет на сцене ведущих маэстро со всей России. В Самаре фестиваль проходит при поддержке регионального правительства. Мы надеемся, что сегодня вот наш замечательный слушатель, самарский житель, может быть, туристы, которые сейчас находятся в нашем городе, получат огромное наслаждение от этого высокого искусства, и мы хотим сегодня, чтобы все получили чуточку добра, любви, прекрасной музыки и хорошего настроения. Первый фестиваль Юрия Башмета в прошлом году собрал рекордное количество зрителей. В этом ценителей высокого искусства было не меньше. Зрители очень разные. Я вот смотрела, это и преподаватели музыкальных школ, это преподаватели из академии и просто люди. Вот сегодня я тоже пришла, например, человек, который к музыке не имеет никакого отношения, но людям это не хватает, и они приходят и с удовольствием слушают. Это здорово. Фестиваль Башмета – это театральная площадка под открытым небом. Эффективная форма создания культурно-творческой среды в Самаре и области. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.